Отругайся. Поругайся, запишут тебя, а. Ну давайте в образ водите, актер. Не, не могу. Ну, не мировой театр, не мировой человек. Помни окно твое и теории на всю эту вселенную, а. Ну, видишь, она меня как адаптирует среди забот. Вон, и ты стоишь, а. Ну, Мишель. И ты, ну, и ты сидишь. Ой, 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 ну, видишь, ой. Без... ой. Зеркало. Я ой, зеркало, да. Ой, ой, караул. Ась. А. Я же смотрю в это... в это зеркало, как бука, как я отстал от, ну, техники, ори, ори, от всего. Все, где там? Ты, ты едал от перекрою? Где твои зверина прямая в голове? Жопа ты, вот и ой, кто. Ой. О, Господи, прости меня за все сразу. Какая техника. Мы находимся, как... в общем... 5000 километров от Москвы, как дальний север, это... заполярный круг, короче, здесь люди никогда не видели компьютеров. Да, или... Вы лучше всех, джентльмены! I love you every day! Every day всегда русский народ был лучше всех и выше всех! Адаптируемся во всех делах! Я охуеваю, как я отупел! Ебать мой в рот, блядь! Как мы отупели в российском государстве! О-о-о. Мы в резервации живем! Ой, и президенту скажите ой, это! Все запишут! Любимому! Моему! Расстреляют однозначно! А мне все равно! Я уже прожил свою жизнь! Ой-ой-ой! Вот так вот! Обязательно! Моему любимому президенту! Так сразу притесали, смотри. Так. А косметика, косметика хоть есть какая-нибудь? Есть целая ручка. Бегонь, это жопа называется. Пиздец подкрался незаметно. Тебя ку-ку сделают через черный ход и в пожарную дверь. Ай-яй-яй. Вот так вот. Это и есть эксклюзив. Жизнь нас, наша... Ну, ой, расскажите что-нибудь про свою жизнь. Мне надо сказать что-нибудь. Ну, конечно, это же прямой эфир, обращение ой, к президенту. Ой, о, Господи. Ой, Господи, спаси меня, Господи. Сохрани меня, Господи, грешную. О, Господи, всех нас сохрани и спаси, Господи. Валера, иди помолись, а. Брось это кильку-то. О, гляди, я что делаю. Господи. Спасибо моему самому прекрасному другу, джазмену, джентльмену, Морозову. Да ладно, ну что? Майклу! Включите его. I love Friday, ему побольше денег в Швейцарии и в любом банке побольше баксов. И все. И моему любимому президенту, чтобы он... На наш Господи, народ спаси, сохрани побольше. Да ладно, что вы за... Обращал внимание. Николя, завтра КГБ возьмет тебя за жопу. Все. Пиздец. Все, сухари, готовь. Отнимут последнюю эту самую награду вашу. Вот так вот. Медаль, которая там... Как медаль называется? У меня не медаль, у меня орден Трудового Красного Знамени. Покажи. Орден Трудового Красного Знамени. Ребята, ну-ка, еще раз, еще раз, еще раз. У меня ведь орден Трудового Красного Знамени. Нищий живу! Ну-ка, скажи. Чего? Нищий живу! На хлеб не хватает! Нищий живу и на хлеб не хватает, а? Дура ты колхозная, ебаный. О, Господи! Имею орден Трудового Красного Знамени и на хлеб. Ну-ка и орден покажи, достань. Господи, сейчас. Господи, Господи. Господи, орден иди, докажи. Вон нас как выебли, блядь, и вот. По нас танками еще... пробахали. Ой, а он же все записывает там, а? Ну и что? Иди орден покажи туда, чтобы записали твой номер. Покажи такой и такой. А потом КГБ к тебе приедет и тебя в жопу выделит полный раз. Господи. Да ладно, хватит молиться, это же не икона. Спаси нас, Господи, всех грешных. Ну ладно, все. Орден покажи, чтоб Миша записал.
Туда. Иди неси, да. Туда запись. Да не надо. Да.